Конкурс на лучшую научную книгу проводится в Международном инновационном университете уже в 12-й раз. На торжественной церемонии по случаю подведения итогов конкурса лучшие представители научного мира собрались в Международном инновационном университете. В зале преподаватели вузов и работники научно-исследовательских учреждений. В этом году экспертные комиссии рассмотрели заявки от 4000 ученых, которые представляют 1300 высших учебных заведений. Это огромное количество книг, монографий, пособий. Надо было переработать, прочитать, проанализировать. Все это сделали эксперты во главе с ректоратом Международного инновационного университета. Гостей церемонии приветствовали и зарубежные коллеги Международного инновационного университета. Это сотрудничество является очень важным для нас. Рад, что здесь присутствует очень много ученых. Я всех поздравляю и благодарю за организацию этого конкурса, руководство и всех работников университета. Я счастлив находиться здесь, на столь прекрасной церемонии. Это мероприятие важно для всей страны. Хочу поблагодарить Международный инновационный университет за то, что здесь так много делают для развития университетской науки и образования в целом. По результатам конкурса лауреатов и победителей, в их числе ведущие специалисты в области фундаментальных и прикладных наук, выбрали в 5 номинациях. В торжественной церемонии вручения грантов и дипломов победителям и лауреатам приняли участие более 300 ученых из разных регионов России. Позвольте поблагодарить вас за ту огромную работу, за ту высокую оценку, которую оказали всем здесь присутствующим лауреатам. Лучших представителей научного сообщества страны поздравили большим концертом. На сцене Международного инновационного университета выступили творческие коллективы вуза и города. Всероссийскому конкурсу на лучшую научную книгу, проводимому Международным инновационным университетом, в нашей стране аналогов нет. Из года в год результаты конкурса еще раз подтверждают: потенциал российских вузов очень высок. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.